Вахе, добрый вечер. Привет. Очень приятно. Также. С вами встретиться в Стокгольме, в Швеции. Вы как известный армянский правозащитник, политик и общественный деятель, очень популярный и в Армении, и в Азербайджане, и в том числе в Европе. Я бы хотел с вами поговорить об Азербайджане, об Армении, между отношениями этих двух стран. Сперва хочу начать о вашей деятельности в Стокгольме. Чем занимается Вахе Аветян в Стокгольме, в Швеции? Как живет? Какие новости у вас? До последнего времени занимался много чем, но вот в последнее время был, опять же, как почти всегда в политике, был... Ой, как это назвать, правление, что ли, по культуре и по свободному времени в муниципалитете в нашем. Но где-то чуть меньше года бросил все, занимаюсь только литературой, пишу и миротворчеством, то есть вот нашими с вами делами. И это я решил этим заняться 100%, то есть только этим заняться, пока достигнем каких-то конкретных целей. Иншаллах. Как раз об этих делах я хочу поговорить с вами. Несколько месяцев тому назад вы совершили визит в Азербайджан. И первая попытка была неудачна, но потом уже вы приехали в Баку, посещали город, побывали в разных местах нашей столицы, даже в старом городе, в армянском церкви и других местах. Какие у вас впечатления об Азербайджане, о вашем визите? Вообще меня интересует, откуда у вас появилось такое решение взять и вдруг приезжать в Баку, в Азербайджан? У меня возникло решение сделать так, чтобы и для всех было вдруг. Но для меня это не вдруг. Я миротворец более 10 лет. Более 10 лет пишу об армяно-азербайджанских отношениях, об армяно-турецких отношениях. По-армянски писал больше в последнее время. Азербайджан меня узнал больше, да, после того, как я стал писать по-русски. До этого писал по-армянски и работал на армянского читателя. Ну, потом стал работать уже на азербайджанского читателя. И в последние 2 года писал практически только по-русски с вектором в Азербайджан. Я не считаю, что первая поездка неудачная. Она была, по-моему, пока что самая удачная, потому что я 24 часа сидел в Баку, у меня был постоянный интернет. И практически пресс-конференция прямая 24 часа с азербайджанским народом и с журналистами. И у меня более 10 тысяч контактов за этот день. И еще пару десятка тысяч писем дальше. И я не знаю, что когда-либо сможет мне устроить такую пресс-конференцию. Хотелось приехать внезапно, хотелось сделать это максимально видимо, шумно. И хотелось показать образ не убийцы армянина, который я видел и в азербайджанской медии, и в мыслях у азербайджанцев, и в Фейсбуке. И то же самое, что у армян. То есть армянин – это убийца, армянин – это человек, который детей и женщин убивает. В Ходжали людей режет, и мне по всему миру приходилось встречаться с азербайджанцами, и приходилось это отношение чувствовать, и с каждым лично приходилось строить отношения, чтобы люди не думали, что ты убийца, или варвар, или каннибал.
И я думаю, что с этой задачей мы справились удачно. Азербайджан увидел армян, и не только меня, и очень много после меня армян, особенно после конференции. Сейчас контакты расширились, сейчас люди сами подтягиваются. Вот последний человек, Иран Авитян из США, сама заинтересовалась, нашла нас, уже интервью дала. То есть мне хотелось показать армянина, который есть на самом деле, а не тот армянин, не образ. Я не хочу, чтобы азербайджанцы имели образ армянина такой, какой по телевидению или по газетам. Армянин такой же человек, как и азербайджанец, и наоборот. И то же самое хотелось в Армении показать. То есть в Армении все думали, что хватит тебе попасть в руки азербайджанцев, то с тебя или скальп снимут, или голову оторвут. То есть так же, что азербайджанцы дикари. Хотелось еще показать, что нет, спокойно можно приехать в эту страну, сказать здравствуй, слышать здравствуй, что тут нормальные люди в конце концов живут. И такой опыт у меня большой, у меня за 10 с лишним лет было очень много встреч с азербайджанцами. Я подумал, что вот моего знания мало, и миротворцев знания мало. Мы, миротворцы, знаем друг друга, никаких проблем, общественники знают, встречаются по всему миру, дружат, даже женятся. Он и Киркорян, например, по-моему, на азербайджанке женился. И, то есть, и встретились, по-моему, вот в таких, во время таких контактов миротворческих, если не ошибаюсь. И еще знаю случаи. Но вот, а вот донести вот до большинства, как это сделать? Вот, я думаю, выбрал хороший способ. То есть хороший вы способ. Считаете, что вы достигли своей цели? У меня много целей, много. Некоторых достиг, некоторые долгосрочные. Это очень профильная акция. Некоторые вещи достигнуты, некоторые вещи будут достигнуты, то есть на время заложены. Но я бы сказал, в первую очередь, мой личный хадж, просто как человек, как армянин, народ которого, очень надеюсь, будет расследование и выяснится, кто виноват, и армяне могут быть виноваты в этом, то есть с этой ответственностью. Хотелось прийти, положить цветы на памятник жертвам геноцида в Ходжали. И все то, что плохое, мы же соседи. Вот нам же все говорят, мы должны жить мирно, мы должны то. Ни у кого спросишь все это, а как это делать? Как это делать, чтобы жить мирно? Вот я просто. Мне интересно, вот какова была реакция простым азербайджанцам, простых азербайджанцев к Вахе, как вам отнеслись в Баку? Реакция какова была? До того, как меня, скажем так, в скобках взяли службы, меня же встретила простая девочка с паспортного контроля. Она очень удивилась, увидев, что армянин. Да, она удивилась. Потом в соседней, там же этих несколько, и в соседней сидит девочка, и тоже увидела, что она задерживает, и сама удивлена, спросила жестом, и она так тихо, чтобы я не видел, сказала туда «Эрмени», и это мне было интересно смотреть. Но все реакции были позитивные, все без исключения. А какова была реакция в Армении? И простых граждан Армении, и правительства Армении, государства Армении, что... От правительства реакции никакой, то есть как будто этого и не случилось. От официальных газет тоже молчание, блог, мат только, никаких анализов. Одна газета, Асекосе называется, они у меня взяли интервью, когда я был в Баку, и честно напечатали то, что я думаю, без анализа, без ничего, спасибо им за это. И есть интернет, я думаю, они уже рекрутировали банду этих интернетовскую банду. Я получил тысячи писем с матом, с руганью, с
Из Армении, да? От армян. Не скажу откуда. Там я блокирую просто обычно. Да. Не смотрю и даже не проверяю. Ну, от армян. Я помню те дни, я находился в Вене. У нас было заседание ОБСЕ как раз на тему прав меньшинств. Я выступал и рассказал о правах меньшинств, которые живут в Азербайджане, в том числе и армян, которые числятся более чем 30 тысяч армян в Азербайджане. И я рассказал там о вашем визите в Баку. Но посол Армении в ОБСЕ, он протестовал против моей речи и сказал, что типа я вру. Но я показал вашу фотографию там всем послам ОБСЕ, что армянин, известный армянский политик, свободно приезжает в Баку, гуляет по городу, посещает армянскую церковь, знакомится с армянскими семьями, там посещает библиотеку, где хранятся журналы, книги на армянском языке, и это происходит в Азербайджане. Просто я там задал вопрос армянскому послу, как насчет Армении, если это возможно в Армении, что азербайджанцы могут свободно посещать Ереван, гулять по городу, но, увы, армянский посол не смог ответить на этот вопрос, поэтому я хочу задать этот вопрос вам. Сможет ли простой азербайджанец, гражданин Азербайджана, взять билет и приезжать в Ереван? Что его ждет в Ереване? Какие сюрпризы? Я думаю, что если азербайджанец придет и скажет то же самое, что я говорил, что давайте уважать международные законы. Я уважаю международные законы, я уважаю территориальную целостность Армении и Азербайджана и предлагаю мир. Я думаю, что его, ну, в лучшем случае выгнали бы. Потому что международные законы и уважение территориальной целостности в концепции ОБСЕ и ООН, Карабах в составе Азербайджана. Если придет, скажет, я за то, чтобы Карабах стал армянским, может быть, и поведут, я не знаю, в ресторан, ему будет хорошо там жить, я не знаю. Ну вот сейчас один Амшен этот там гуляет, я видел, Талыш. Вот, да. Да. Вот вы затронули очень важную тему, вот, международное право, международные законы и нормативы. Вот по международным же законам территориальная целостность всех стран соблюдается. И в этом контексте Нагорный Карабах и другие 7 районов считаются территорией Азербайджана. И вы, как армянский политик, общественный армянский деятель, каково у вас мнение по этому поводу? Потому что азербайджанцы, которые не знают Вахе Аветян, они спрашивают, почему Вахе свободно смог приезжать в Азербайджан. Каково его мнение об Азербайджане и конкретно о Нагорном Карабахе? Что думают Вахе о Нагорном Карабахе? Ой, Вахе свободно едет в не только в Азербайджан, и в Турцию ездил, и в очень многие места ездил, потому что действует открыто, говорит то, что имеет в виду, и так, чтобы людям стало ясно, что человек не лукавит и ничем не занимается за спиной людьми, и поэтому спокойно приходит к людям, и люди хорошо меня принимали все эти годы везде. Это основная причина. Что я могу думать о Карабахе? Я профессиональный политик, я не любитель, который баллотируется сейчас в Армении в парламент. Я не комсомолец, который решил, что он знает политику права человека и демократию, и поэтому может вот родиться в Советском Союзе и учить
демократии и правам человека. Международные нормы говорят то, что есть. Армения подписалась под этим в ООН, признала целостность Азербайджана так, как весь остальной мир признает. Лукавить здесь – это очень непрофессионально и по-детски. И мне всегда смешно, и жалко, и смешно политиков армян, кому кажется, что они смогут, у нас говорят на Западе, сыграть кендербазы в «Майле сатаны». И вчера появились как государства и политики, и хотят, думают, что смогут обмануть мировых политиков. Так глупо и так смешно на самом деле. Я армянский политик. Это самое главное, что стоит армянским политикам понимать. И в этом плане армянским политикам нечего сувать свои носы в Карабах и внутренние азербайджанские дела, во-первых. Во-вторых, если по этнически имеем солидарность с карабахскими армянами, то я думаю, что в первую очередь армяне должны были быть заинтересованы поднятием их голосов и их статусов на международную арену и на переговоры. То есть признать, понимать целостность Азербайджана. И говорить это везде, открыто, чтобы и Азербайджану было ясно, что Армения сама как государство не претендует ни на что. И дать силу карабахским армянам, потому что в итоге этот вопрос решит никто, кроме как карабахских армян. И только без армян из Армении, и только с азербайджанцами с Азербайджана. Иначе юридически этот вопрос не решается. Юридически армяне Карабаха, армянская община Карабаха и Азербайджан вместе будут решать этот вопрос как внутренний вопрос. И к этому весь мир в итоге приведет. Я за самоопределение народов, но самоопределение не обязательно означает оторваться от большой страны. Самоопределение – это культурная самобытность, это языковая самобытность, это много таких вещей, и они ограничены, и они знакомы человечеству. Это ничего не нового тут придумывать нельзя. Это всего лишь пункты, которые могут быть поставлены на переговоры с азербайджанцами. И я не вижу ни одного пункта там, который когда-либо какой-либо азербайджанец отрицал в каких-то беседах и так далее. Эти возможности не изучены. Допустим, если взять как спортивное состязание, кто выиграет и нацелится на то, что вот если не выиграю, но умру, да, потому что вот соревнование такое, ну же да, армянам хочется вот выиграть. И, вот, и многие считают, что выигрыш – это независимость Карабаха. А вот сесть честно и подумать. Вот окей, ладно, допустим, Азербайджан согласился, устал и говорит, отдал эту независимость. И вот Карабах – независимое государство с блокированной Арменией. Я хочу, чтобы армяне посмотрели на перспективу вот такой страны, которая в очень негативных отношениях с Азербайджаном, где у азербайджанцев оставила в исторической памяти несправедливость. Армянам стоит посмотреть на это все с перспективы азербайджанцев, то есть понимать, что люди это считают так же родиной, как армяне, и сейчас живут с этим чувством потери родины. И целое поколение выросло на этом. И даже если удастся международно закрепить Карабах за армянами или как за независимое государство, неужели не ясно армянам, что уже заложен будущий конфликт? Куда попадут наши дети или внуки. И вот таких анализов на время детей, на время внуков я не видел, никто не делает. Все хотят как футбольный матч сейчас выиграть или все, как Нефчи, Арарат, Ереван. Это так не по-взрослому, это так безответственно. Это так не человечно, не гуманно по отношению к солдатам, которые на фронте, к людям, которые на линии,
к сельчанам, абсолютное неучитывание их интересов, и как будто их не существует, или миллионы беженцев, миллион с лишним беженцев в Армении и в Азербайджане, наверное, 1,5 миллиона беженцев вместе. То есть совершенно нет интересов этих людей, они должны были быть первые, их интересы должны были быть учитываться в первую очередь в политике, чего нет. А каковы вот перспективы этого конфликта и как вы видите пути решения? Не знаю, что мы можем сделать. Мы можем попытаться. Чего вот сейчас делаем? Создали платформу мира. Это не организация, традиционная организация. Это для всех, площадка для всех, кто этим занят. Просто хочется побольше людей там собрать, в смысле людей, которые заинтересованы в мире, даже если в политических вопросах имеют разногласия. Цель в этом. Посмотрим, как это сработает. Я не знаю. Очень много интересов замешано. Геополитические интересы, интересы больших стран тройки. Турция, Иран, разные течения и политические в наших странах, в Азербайджане, в Армении. То есть это все микро-макро, изнутри, снаружи влияет. Как это разрулится или как это решится, я не знаю. Точно могу хотеть. То есть я всего лишь хочу какую-то комбинацию в этой игре. Очень много игроков. Я хочу мир, демократию, права человека. У меня мировоззренческие ценности точные. Они не могут меняться, векторы не могут меняться. И я так много об этом уже говорил и написал, что даже менять не могу, если захочу. В лучшем случае могу уйти из политики, если поменяю мои подходы. Но одно мы можем делать, это вот гуманная часть всего этого, это вот остаться человеком. То, чего не удавалось нам делать в течение 25 лет, поэтому у нас есть случай Ходжали, поэтому у нас есть беженцы из Армении в Азербайджане и наоборот, поэтому у нас был Сумгаит, поэтому у нас был Баку. И здесь, если исключить тот фактор, что армянин и азербайджанец сам по себе идет громить, то, может быть, вреда будет меньше. Вот мы сейчас с вами говорим, и, наверное, увидят молодые люди, что армянин и азербайджанец могут сесть, кофе пить, спокойно поговорить, расстаться как друзья. Элементарная вещь, но в наших странах непривычная. Вот покажите. Это вот прецедент. Приехал Аветян в Баку, прецедент, и показали. И я думаю, что нам надо сейчас показать. Очень много теплых прецедентов нашим молодым надо показать, особенно молодым и людям. Встречи армян-азербайджанцев, дружбу армян и азербайджанцев. Не только пушки, Искандеры и все то, что Россия нам посылает, а то, что у нас в народах, в наших сердцах, душах, в наших традициях, в наших человеческих качествах, семейных, традиционных, кавказских качествах, в нас сидит. Это не из Европы, это не из Америки. Я призываю армян и азербайджанцев идти в корень, идти в себя, идти в Кавказ. Не трогать женщину, не трогать ребенка, не трогать старика, не трогать старую женщину. Вы не герои. Никто кавказца, может быть, сегодня, пока ненавидим друг друга, может, обидишь сельчанина тебя, может, героем назовут, но через 5 лет ты будешь сволочью. Кавказцу надо это помнить, нашим молодым надо это помнить, везде это надо говорить. Мы так хотя бы занижим, если... Я не знаю, большая политика не разрешит нашим народам уйти от конфликта. Мы хотя бы можем в окопах сидеть и подумать, что это большая политика нас не позволяет мир делать. Но я знаю, что там кавказец, такой же, как я, что у него ребенок, у него жена, у него... Или там в селах люди бедные,
жизнь любят, неплохие, они хорошие люди, они не демоны. Вот это мы пока... Как бы...